Прикольно. Че там? Да, я смотрю эти про всякие VR шлема. Oculus Rift. А мне сегодня, я же говорю, ты товарищ рассказал про эту фигню с карточкой. Я такой, о, интересно, не знал. Блин, прикольно. Вот, кстати говоря, мне вот интересно, почему... Че, погнали? Чаще всего, да, сейчас 5 секунд. Чаще всего жалуются на правительство и там еще жить станет плохо те, кто получает больше, как правило, остальных, ну, в разы. Я понимаю, когда там жалуются там учителя, там врачи, которые там получают там 20 тысяч зарплату, там, например, да, там 30 тысяч зарплату, на которую сложно прожить. А когда человек жалуется, блин, с доходом там 100 тысяч, да, и выше, то, ну, блин. На что жалуются? Ну, типа там, фу, типа там страна, правительство, фу, там, типа, надо валить. Типа и так далее и тому подобное. Я за Навального такую, блин. А делать не. Они бы получали, как я, 20-ку нахуй месяц. Ну что ты там? Подожди. Говнище всякое. О, ну тогда меня подождешь, я тоже открою эти 10 кейсов. Да открывай, открывай, что ты. Сидите, открывай. Сейчас 42 медальки. Магазин. Какой, какие ящики открыть? У тебя 42 медальки? Да. А ты белый костюмчик себе выбил? Нет еще. И я не выбил. Я буду убивать этот. Ох, ящик коллекционный. Прикинь. Ты не поверишь, Мишаня. О, скажи. Сейчас, погоди. Ты принтскрин хочешь сделать? Да я сделал. Что, тебе отправить куда-то? Ну, скинь Дискорд. Зайн, напиши там этим, блин, чтобы они перестали. Соседи. Что, они опять, ёбну, блин, дерево обрабатывающую говно включили. Ну. Ты скинешь, нет? Да-да-да, сейчас. А ты сахар только мне давал? А чё? Ты не засейвилась, что ли? Я воды дали. Короче, на стриме потом посмотришь. Блять, сука, сказать так сложно, нахуй. Показать даже можно. Парам-пам-пам-парам-пам-пам. Пидорасы долбаные. Так, а где это, блин, посмотри? Паш, будь другом, посмотри. Посмотри, пожалуйста, на стриме. Что там Панфилу выпало? На стриме. Угу. А он что, стрим включил? Да, там в Дискорде сбоку нажми. Чё-то я нифига не вижу. Да ты назад сейчас не отмотаешь. Надо потом смотреть. Ну да. Нет, смысле, я вообще не вижу стрим. В Дискорде? Да, в Дискорде. Чё-то я не вижу. Короче, справа, в верхнем углу. Limit pop plate. А, да, вижу, да. Почему я не вижу, блин? Стримит на Twitch. А потому что ты смотришь в правой колонке, ты посмотри, там не показывается. Кто онлайн. Там просто подпись идет под ним.
И у него не зелененькая штучка, а фиолетовая такая точечка. И как на нее выйти, ё-моё? Просто на эту ссылку нажать. Смотреть, нажать там, через, перейдешь на Twitch, я так понимаю. Давай, Мишань, поехали. Нет, пока ты не скажешь, что тебе выпало, я не поеду. Так ты открой, раскрой эту. Ты хочешь, чтобы у меня все зависло, нахуй? В смысле? Ты в игру войди. А, ну... Тебе выпал костюм белый. Да. Все, так прикинь, самый первый. Только сказал, что нет, еще не выбил. Я открываю эту херню, и он выпадает. Блядь. Самый первый. Мне надо свои 35 покрутить, блин. 35, баба-ягодка опять. Чтоб мы были как два долбоеба, если выпадет. Но я не верю, что он выпадет. Да, покручу. Не, ну это нереально, он не выпадет. Все, осталось пару. Да все, это мимо. Шлемак. Не выпал. У тебя сколько серебряных пуль? 44 тысячи, почти 45. Сейчас что-то 45 добью. Ягодка опять. А этот белый у тебя была морда, да? Да. И мне есть она. Мне как раз костюма не хватало. Угу. О, так у меня еще могу одну открыть она. Ну? Блять, шапка выпала. Беспонтовая, да? Красная, да. Я ее менял, как у Сабурова, понял? Бля, отвечай, у меня точно такая. Погнали. Жмяк, а что ты голый? Я не голый, да где-то кажется. Вот, у меня картинка сейчас, короче, загружается, вот где чувиха стоит с миником и с дробашом, с этим, с обрезом. Вот надо как-нибудь катку так сыграть. Мини 14. Без шлема еще. Я не вижу смысла играть, например, если тебя донатят и просят тебе этот... Челлендж. Челлендж, то я вижу в этом смысл, блин, и это классный мотиватор. Типа. Не, ну да, можно. А так нафига просто. Можно сделать, короче, рулетку, там будут крутить ее и выбирать то, что типа ты можешь сделать, типа что выпадет. Ну ты сам сам придумаешь, что можно сделать. Уды туды-сюды. Отца Сан-Мартинес? Да, давай, Сосяву. Сосяву Мартинсяву. Типа Астрикс убил, я не понял вообще. Кого? Я ему в пузо все так просто всадил. Он тебя повернул такой и вставил тебе, да, и засадил, так сказать. Кстати, я у него, по-моему, третью каску забыл взять, или взял, я не помню. По-моему, забыл у нее взять, да. Он же в голубой третьей каске был. Не знаю. А может, пувер грид? А, не. Ягодка опит? Них охота. Обновим костюмчик беленький.
Угу. Лезь за нас? Нет. Вы в Power Grid, да, подлезете? Нет. Нет, мы на самом деле. Сан Мартин. С нами раз, два. Два чувака вижу. Три. Четверо. Да, где-то четыре, примерно. На гору упали. Двое. А, ну значит шестеро. Значит, шесть человек. Мне еще одну дверь надо ухайдохать. Значит, шесть. ЮМПП. Что это такое? Челлендж выполнил. А, дверь разымал. Угу. Серьезен, блядь. Я грозен, серьезен? Ну, насчет грозен не знаю. Хорошо. Где? Ну? Где кто? О, нету файта. Какой файт, эй, дорогой, эй? Какой файт? О, вижу, тело бежит. Где? А, ну, где-то вот тут. Мне кажется, а ты в центрах сели. А? Ты его отсюда не увидишь. Иксакер, какер. Так, у нас справа что-то. Надо не высовываться. Где его друг? Ух ты, что это за рис 85 там убил с калаша в голову нахуй. Зажимом. А, ну это пиздоболы. На горе где-то он. А ну не факт. Он где-то вот там, слышишь? Ну, как тебе сказать? Очень большие подозрения. Прям большие. Угу. Че, куда пойдем дальше? Тут за пятерки есть? Пятерки? Угу. Мало. Надо лут искать. Нормальный. Три надо? Нет, есть. Ну, 19 пятерок. А нахуй не мне там нужны, мне здесь нужны. Да, в этом доме есть. Прям каком? Чекает. Кирпичики. Прям перед нами вот тут, да? Ага, вижу. Да, прям перед нами вот тут. На втором этаже. Х6 нужен? Вижу. Да, нужен.
засуетился. Дым есть накинуть? Кому? Тебе, что ли? Нахер тебе дым? Еще один, 6. Че ты хочешь-то, блядь? Пошли за пушем. Лестница. Ты, блядь, пушитель. Угу. Он на лестнице сидит. Отходи, отходи. Огонь. Их 6 скинул. Ага, возьму. Вот, а вот, вот. От души. Смотри, как сука вовремя он кинул эту. Посиди там. В смысле спрыгнул, а я бегаю тут на улице. А. Смотри там, подожди сейчас. А вижу. Одного я нокнул, на крыше был. И второй прибежал к нему. Наконец-то, блядь. Тут кого-то Миша, блядь, убил в упоре. Блядь, ты тоже проорал с этого. Я, блядь. Вроде... А вот это... А вот это пиздобол, он стрельнул в дверь, когда я за ней стоял. Слышишь? Где он там? Видишь его? Нет, я закрыл сейчас. Хотя бы знать, где он. Живешь? Да. С горы? Да, да, да. Я этому накидал, типа, 2 патрона с миника дал. А где этот? Которому накидал, он в общаге в твоей был, да. На втором этаже, на балконе. Он свалил. Я ему 2 шота там прописал. Да. Сейчас я этих отсеку. Я иду к тебе в домик. А, вон, вижу, вижу. Отсекать. Ладно, я ушел. Давай, Пашка. А чё это? Давайте. Давай. Дал ему еще голову. Они убили типа. Убили типа на горе одного. Угу. Это не пикается. Под нами кто-то? Да, под нами тело. Забрал. Еще один. Зашел там. Это боты. О, чел телепортировался просто. Ах ты, сука. Хилюсь, тихо. А, их двое там, их двое, двое там. Попал, 2000. Какого? Ну, с мутанта, посрединке которого, где второй? Второй с правой части балконов. Да. Ботов убил, да? Который да. К нам забежал. Тоже. Нет, у нас ходит. Это ты.
Я на первом. Одного нокнул там. Кидал хаешку. Вот, типа, вот в этом маленьком красном здании. А, так он сейчас ему пойдет. Не-не-не, еще один там. Короче, один вот в этом маленьком красном здании, двое в общаге в твоей. Не откис бот. Может, занять кирпичик вот эту справа? О, тип вижу, типа вижу. Где? Все. На кирпичке вот на этой был. Брюлик. Тип был здесь, на этой кирпичке? Да. Он сразу сдох? Да, сразу откис. Ну, хорошо, я как раз сюда. Типу на этой накидал. Блин, можно мне... Ой, СЛР. От души душевно в душу. Все. Два типа в третьих касках сидят, короче, на этой. На горе. Я понял, я знаю, что они там сидят. Увел маги бы найти на СЛР. Блин. Тачка проезжает мимо. Я лутаю здесь. Мне до пизды тачки эти. Че ты лутаешь? Ну, мапы нужно найти. Вот нашел себе эту СЛР-ку. Она вообще не стреляет. Да, они по этим типам стреляют. С кем они стреляются? С горой. А на горе где он был? Не правее, левее? В бетонке один был, а один в этой, под бетонкой за камнем. Ну, за таким типа камешком. Попал по нему за камнем здесь. Пятерки все тут позабирал, сука? Нет. Так сказать, осуждаю ответ. Нет, осуждаю ответ. Дал хэт этому же. Пока у него скоро без каски будет. Вот пятерки еще тут есть. А мне идти до туда еще? Ну да, тут есть пятерок нормально. Туда хуя пятерок взять, если что, приходи. Да, я бы такой что. Вот такое, чтобы... О. Где они, блядь? Ты чел без каски сейчас будет, наверное. Три шота у него в голове. Сейчас я еще повыше заберусь. Чего выше? Не крыша, крыша. Да эти-то где стреляют? Я вообще не пойму. Собчак стреляет, он сидит. Верю, что они в общаге. Откуда ты? Что-то вообще не... А, вон, вижу, все. Кручу туда, к общагам.
Это в доме на крыше с баннером тоже. Кто? Там эти, которые с горы. А, понял. Понял, принял. Бля, это ж такое. Тут они где-то, ёптать. Хоть один точно там. Ты что ли стрелял? Угу. По кому? Где он? Где он? Они лежат на горе прям, слышишь? Если лежат. Сейчас гора, я тебе скажу сейчас, вот где-то вот здесь вот. Они там прям лежат на этой горе. Вот, вот тут вот сейчас нет куда, вот. Они прям там лежали, блядь, вдвоем. Путь увел Макс сегодня на СЛР, блядь, нет? Я уже затрахался, блядь, если честно. Нам транспорт как бы нужно не валить. Есть у нас баги тут? Он вижу. А, понял. В другую общагу побежал, что ли, типа? Ага, в другой общаге. В твоей, да, там где ты? Вижу. Да, двое. Вижу, второй этаж вижу. Ага. Носится третий. Угу. Может тогда перейти в эту общагу? Я в эту, короче. Смысл, иду. Смысл. Надо их забрать. Ага, второй, третий этаж. Да. Четвертый. Один на четвертом, один на третьем. Нет, оба, оба там. Оба на четвертом. Балкончика хочешь посмотреть? Угу. Пускаются. Сейчас спустились вообще. Тихо, 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 они тихо, тихо. На дальней общаге. Ага, вижу. Где его друг? Бежит. Бежит. Заебали, вертятся, все крутятся, блядь. Сейчас я к тебе подойду, подожди. Они в это, уже в здании. Угу. Я вижу здание. У нас там дальше тачка еще есть на этой стороне нашей. Он бежит. Бежит. Ага, вышел еще один. Не вижу. А он вылез из дома. Он бежит.
Пойдем, я коряк возьму там. Ага, давай. Мне бумаги нужны. Шестерка, пятерки. 6x. 6x, мне Вилмак нужен. Глушитель возьму. Ой. У Вилмаги нету Вилмага. Блять, что ж такое? Ни одного Вилмага никого нет. А бусты были? Я тебе могу сдать два болика. Давай. Поехали. Пошли тачку возьмем нормально. Долго же они там сидели в этих общагах. Ты видал, сколько уже отнимает зона? Вон, блядь, тачка прямо нормальная была тоже. А, ну я не увидел. Вот тут типа я нокол на этой горе. Ну поехали, поехали. Они... Ты без шифта поворачивать можешь, блядь? Да я без шифта поворачиваю, блядь. Нахуя мне поворачивать шифтом? Вот сам подумай, блядь. Нахуя поворачивать шифтом? Я ебу. Ну ты сейчас только что шифтанул, начал поворачивать, блядь. Куда? Поехал же. А вот сюда куда-нибудь. А, да, давай, согласен. Вон, тип бежит. Вижу, тип бежит, НКР. В поле. Хорош. С горы шотали, да? С горы стреляли. Эх, уже. Мы тут как на ладони у них сидим, если что. Ну так себе место. Ну под гору просто открыто, вот чем прикол. Да они сильно открыты-то, можно спрятаться. Вот здесь, допустим. Вон дропчик, еще туда один дроп падает, слышишь, нихуя угу. Себе. Два дропа прям рядом. Охуеть. Сладенькие вы мои. Вот в этих домах-то стопудово есть люди. Справа, да. Че, надо заезжать сюда. Вижу, на горе. Вижу. Стой. Ёбаный, стой, говорю. Там носится, ну что, стой. Ты реально хочешь с коряки попасть на ходу, типу, блин? Да он стоял, сука! Он бы остановился и начал бы хилиться, блядь. А сейчас он поехал, нахуй, заебись. В прошлый раз не дождался, начал... А потому что ты всегда, сука, так делаешь. Ты всегда так делаешь. А, так ты решил отомстить? Он поехал, все, поехали. Да вижу. Он сейчас займет эти дома. Поехали, на мотайке он спускается. Да хуй на него. Да иди в жопу, блядь! Цикло ебаный, вон он разбивается, нахуй. Поехали, блядь. Такой олень, я ебанусь, нахуй. В два котла зажали бы, нахуй. Он в этом, в ангаре. Понял. За ангаром, наверное, да? В ангаре. Я не вижу ангар. Я просматриваю.
блядь. С ангаром. Заберешь? Попробую хаешка его добрать. Не добрал. Его с домов накидали. Они на крыше сидят, кстати, дядь. Вижу его. Все, забрал. С дома буду идти. Ты как? Не знаю, как я. Пытаюсь. Двое остались на горе. Ну, на крыше вроде один был здесь, в этом доме. Но это не точно. А мне где-то... А вон, вот, вот оттуда что-то. Ты кидал? Да, попугай чисто. А, вон, вижу, за стогом сена один. Понял. Вижу. Не вижу. Вот за этими. Я на крыше. А, я понял, закинул сено. На метке, ёбан. Нихуя себе. А один, да, выше еще, да? Я не понял, откуда. Ну, попало красиво. За деревом где-то или на этой? Ну, понятно, где он. Я без головы, если что. А ты, если что, не в зоне еще. Я вижу. Ешку ему. А, они соло. Пиздобол. Да не пиздобол он. А как он так с минки? Ну вот так вот просто нахуй. Ты побежал, да и все, он тебя накидал. Хорош. Подползаю к тебе. Стой тут, тут стой. Вот здесь же был типа... Нет, не здесь, дальше, дальше. 10. Дальше? Да. Ой, бля! Я тебе говорил, пиздобол. А, ну все, понятно, пиздобол, точно. Я тебе говорил, пиздобол. Угу. Да, так и поверил, блядь. Зассал, что их выебут, нахуй. Угу. Да, блядь, лошары, просто лохи. Так они в тиме были? Да, да. Охуеть. Надо было кинуть тебе последнюю побитую, эту, как ее, ну ты понял. Шлюху. Да. Сейчас, успею нажать. Отойти. Нажать или отойти? Что под конец, конечно, херня произошла.
Не читер, не читер. Что за зимняя карта такая? Ага. Давай сюда, давай сюда. О, я еще и в беленьком. Осуждаю. Нормально шла катка, но я не понял, просто они заколесили сразу на мотоках двух. О, у нас тут четверо как минимум. Четверо. Блять, небо темно не видно. Паркур, конечно, на высший пилотаж. Просто. Третий рюкзак здесь. Да, третий рюкзак. Угу. Говнюк. По кому? Не знаю. Нет, забагались текстуры, не берется с таба ничего. У меня в доме в большом. Передо мной. Ага, первый этаж. На второй побежал. Понял. Первый каски включу. Че, пушить будем? Ты пушить хочешь? Нет. У меня херово, кстати, лут тут отвратительный. У меня томик и этот вектор. Он на первом этаже выходит. А, нет, не выходит. Да, я вижу. Тихо. А еще вот в этом доме еще. На НЕ на 40. Там двое, если что, Миш. А убежал кто туда, только что? Типа убежал туда в дальний домик. Только что я видел. Че, я не слышал, что тут смерти были. Вот сюда он побежал, понял, да? Да. Сейчас. Можно прицел, хотя бы точку, блять, прошу. Вот в этом доме тело. Ну не в твоем, а в следующем. Угу. О, точку дали мне, спасибо. А кто дым дал? Не я. Прикольно. Сейчас возьмем. 14, что нам покажет? Меня решили задымить? Наверное. Дымоход тебе прочистить? Угу. У них не было типа ничего кинуть, они решили хоть дым. Вижу типа вот тут вот. А он убегает вообще отсюда?
Куда? О, в тот кемп. Вот тут с кемп. И... Понял. Кемп на 65. И типа бежал туда. Короче, в пизду. В пизду этот вектор. Вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. Что это такое, блядь, было? Так кто стреляет? Капец, это так долго. Типа вижу, вот он, бежит. Два шота в нем. Где? Вот он, блядь. Все, убил. Понял. Да я же метку поставил, блядь, на него. Ах ты, блядь. Это что было? Бот? В кемпе на... 320. Я на верхний кемп пошел, слышишь? Здесь же файт был. Ну я вот там типа я забрал ты меточку, видишь, мою. А, уже убрал ее. Ну ботинок, блядь. Наваливай, да жестко. Бля, ну по прицелам хуёво всё. Х6 кинуть. О, давай. Иду к тебе. Там третий рюкзак. Бля, в боте был. Видно вообще. Третий рюкзак еще есть? В трупе был. Которого ты убил. Понял. Возьму. Нихуя себе ты модный. У меня 7 аптек, тебе надо аптеки? А, 7 тоже. Х8. А, это мой. Угу. Ты с ваншотки же, да? Нет. А с чего ты играешь? Я играю калаш и СКС теперь. У тебя калаш и что? СКС. Снайпух тут один взял. 40 этих скинул. Пятерок. Я снайпу тогда возьму, дядь. Я тебе дать этот на СКС компенс. Давай. Посмотрим, будешь брать? Не, ничего. Не, на СКС только почечки нет. А у тебя почечка есть? Нет. Да. Ну, все. Ламига скинул наверх. У меня же снайпер. А где пятерки? Пятерки в маленьком домике. Понял. Так, вертикалка. Мне убил маг тоже на эмочку. Ну на этом стреляли, скажи мне, на этом, блядь, Хасиенда, не Хасиенда. На вилле нет, на вилле не стреляли. Не-не-не. Стреляли вот тачка. Тут. Тихо, тачка едет. Сейчас мимо будет. Давай, прям на нас едет. Блядь. Колесо пробито. Полетело дальше. Я просто иду, мышка вообще не шелохнулась даже, прикинь. Я просто теперь бок не могу нажимать. У меня мышь вообще не одупляется, бок теперь не ведет. Ну, семерки нужны теперь только. Ну он просажен, но куда-то прямо поехал. Mm-hmm. Сюда примерно. Может, сюда? Нет, нет. О.
5. Блядь, да ёб твою мать, машина ты конченая, блядь. А я что, машина виноват? Как с точки зажимать? А их звонит-то? Вон он там восстановился в кемпе. Поехали. Подожди. О, четверка. Ой, четверка, тройка. О, четверку скинул. Круто, круто. Поехали. Веди. Ты видел, куда они поехали? Он один был там вроде. С него там столько отваливалось кусков. Да, да, да. Он вообще на лох ХП уехал. Так же, как и машина его на пробитом колесе. О, он бежит. Видишь? Нет, нихуя не вижу. Нок. Еще один, еще один, еще один подходит. Вижу. Все, все хорош. Блять, твоя машина начала меня давить. Топовый ЛМАК. Она меня просто жопой начинает, блядь, наяривать. Я не могу отойти, блядь. Блядь, я заберу сейчас у него белый костюм. Они заебали, блядь, в белых костюмах ходить. Это читерство, я считаю, блядь. В белых костюмах ходят они, блядь. Семерки, 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 семерки. Шестерку скинул. Чё ты, третий жилет? У тебя коцаны. У меня есть третий. Я в третьем жилете в целом. Каски, каски все сбиты, да? Блять. А чё у меня так много? А, у меня гранат очень много. У меня тоже что-то 4. У меня 5 моликов. У меня 3 молика теперь. И 3 хаешки. 5 семерок. Нормально. У меня 2 дыма. У меня тоже 2 дыма, по 3. Каска вторая. Что взять еще? А возьму, наверное, хаешку, да? Угу. Нормально мы их развалякали. Тоже в белом два типа, да? Угу. Значит, их двое ехало, блядь. Мы еще и в зоне. Что делать? Ну, я даже не знаю. Ты говорил один, да? Ну, я одного просто как бы видел в этой машине сидел. Может, они на разных тачках приехали? Дроп вызывной, да? Это вызвали дроп. Да, да, да. А X2 у них не было тут? Не помню. Шестерка. Не было. Компенсатор. Пломегас куда же себе дам компенс? А тут есть тут пломегаситель? Был, по крайней мере.
Вот пламя, газ и глушитель. ДМР, СР. Глушитель на ДМР. Ладно, на компенс скину. Спасибо. Смотри. Если у меня зажим не пойдет, обвини тебя. А, ну я ясно дело. Кто еще? Кто еще виноват? Да-да-да-да-да. О! Кемп. Вижу. Попал. А сказать нет? Где он? Где он? Метку поставил, ёбаный в рот. Метку, сука, поставил за кемпом. Видел. Он за заборчиком ушел. Ну так и скажи за кемпом, я-то слышу, что он оттуда стреляет. Ага, дымится все. Слушай, он далековато. И он не в зоне. Я крышу займу. Слышь, дядь, я крышу займу. Ага, ага. Правда, меня могут сзади выебать. О, вижу, бежит один. Одного забрал? Да, 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 видел, видел, видел. За камнем, второй там же. Угу. Промахнулся. А бежит, 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 бежит. За камнем. Да, я видел, видел. Он не в зоне. По нему? Я не слышу вообще выстрелов. Вы, походу, выебали. Че, тогда я тачку беру, подъезжаю? Не-не-не-не-не-не-не. Тут еще люди. Не подъезжать тебе? Не, пока не надо. А, ну ты в кемпе же. А, в кемп сюда едь, ёптать. Что? Ко мне едь в кемп, ебать, я думал, ты рядом. Ну я ж говорю, подъезжать. Не-не-не. Да ебать, я смотрю на метку, у тебя хуяк уже нету, ну. А я ж говорил, что я на крыше буду, алло. А где люди еще? Где-то там стреляли, вот впереди 310. 10, да? Угу. Примерно. Нашего кемпа, где мы тусовались. Я понял, понял. Как сюда запрыгнуть? О, тут крыша же есть, да? А вот вижу, бежит на 280. Примерно вот здесь. Понял. Ага, вижу. Да, да, вижу, вижу. Блять. Ага, вижу еще. Побежал. Все забрал. Папа, ты убил папу. Ты убил папу. Вот в этой игре есть один папа. Блять, что-то не могу попасть, блять, они дергаются все с М24. Вообще что-то не заходит. Гандоны. Вот тут третья каска где-то была, если я ее не сбил полностью. Целая еще и компенс на автомат. Ну, возьму, раз такая пьянка. Тут тип вообще круто залутанный, слушай. Сейчас подъеду тогда, дядь, поедем. Он за зоной чуть-чуть. Я понял.
Вон дальше, 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 сука, блядь, за зоной, говорю, чуть-чуть, нахуй. Блядь. А, блядь. Блядь. Ну я посмотрел все равно, что у того было. Да у того и была херня, он бичара. Так, а чё бы аптеку хочется большую не взять? Вот так. Все, ехаем. Давай. Двигай. Блять, кого же теперь обвинять, если я зажим кривой сделаю? Сука. Так хотя бы на тебя надежда была. Я в динопарк не поеду. Ну его нахер. Да не, пизду его, блядь. Там красюки сидят. Вот здесь о, фу. О, да тут не одна. Весело. Весело было. Пролаги какие-то. Можно на горочку, вот в эту вот лесопилку. Угу. Были, походу. Да, были. Бывали, так сказать. Че, в зону пошли? Ай-ай-ай! В окне прям где стоит! Он? Давай, я нокнул одного! Да где он? Он впереди! Впереди ангар этот длинный, он поднимать свое будет. Он прям в окне стоит посрединке. Своего поднимает. Правое окно кинь, молик, правое. Правое кинь, он поднимает, своего будет. Хороший. Смотри, какой стоит такой. Сейчас хаешку кинет, будет прав. Отсосал, ебано. Красавчик. Бля, как я первого забрал, и тут второй высунулся, пиздец. Ну, сорян, сорян, тебе третью каску закоцал чуваку. Да? Ну, ладно. Ну, забери, забери, можешь попробовать. Он мне вообще, кстати, не попал в голову. А, частично целое. Нормалды, живем. Идем в зону. Иди. Нихуя себе, я только такой, блядь, посмотрел на это здание, и он в окошке появляется, как, сука, конченое чмо. Это ж сидели там до того, блядь. Пойдем с этой стороны. Я там один раз застрял в этих, блядь. Куда пошел-то, блядь? Я бустаюсь вообще-то. А ко мне не хочешь? А что там у тебя? Тут ничего. Пока ничего плохого. Ты же чуть не в зоне есть. Ну я сейчас зайду в зону. Ну заходи, тогда поговорим. Да ну нормальное место на самом деле. Не зря. Тут как раз классное место вообще. Камешки такие. Какое место классное? Мы не в зоне. Нам надо в зону. По-любому. Она ж только что закрылась, блядь. Как ты так, сука, блядь, думаешь? Ну вот так вот. Сразу же шлёп фастом. Дроп упал здесь. И тут люди в этом кемпе, слышишь? Да, по-любому. Да, да, там тачка стоит. Ты там, я здесь буду, слышишь, дядь? Ебать, он в забор упал и застрял, дроп такой, постоянно шевелится. Давай оттуда и отсюда. Какой оттуда и отсюда? Я ничего не вижу. Я вот этот кем боюсь, что у меня сзади. Бля, я к тебе прохожу, я к тебе пройду лучше. Давай, давай. Меня тут выебут. И будут право. Там никого не... По крайней мере, я никого не вижу.
тачкрит. Угу. Ага, в этот кемп, в мой. А нет. Он будет заезжать сюда, в этот кемп. Угу. Я видел, видел. Крышу попробуй занять. Я бегу по траектории, как ты бежал. На горочку. Здесь не лута, но здесь третий жилет чуть-чуть коцанный. Ну, я скинул сейчас только что. Вижу, тачка встала. Вот тут, блядь. Здесь, на камнях. В туалетике тело. Там, где машина стоит, там туалетик. Вот в нем, чел. Блять, а прыжок не работает, я понял, блять. Прыжок работает через жопу. На горе, типы. Danger ahead. Прям на горке, они не в зоне чуть-чуть. Понял. Чел вышел из этой, тачку сел. По горе стреляешь? Нет, нет, по этому типу. Я по горе попал. Требуется. Он вышел за камнем. Да, да, да. Нет. Все, ему тачку взорвали. Да, хорош. Все, на горе остались. На горе еще один. Все, а этот... Так, это СМКшки, криворуки с это с дома. Отсюда, отсюда стреляет. Вот на доме. Хорошо, что он по мне попал, меня не прокоцал. Он с окошка стреляет? Нет, нет, с самой крыши. А я его не вижу, там закрывает мне. Окей, нам к нему что ли идти? Не в зоне, дядь. Нам на ту сторону надо. Вот, блядь. Я еще и выхожу из зоны. Че, как будем идти? Да вот к этим камням. Понял. Надо петушлака этого забрать. Вижу его. Угу. Бежит, у меня! Я просадил его нормально. Корпченой лоток. 155 остался тип. Кошачий, а, кошачий лоток. О, вижу типа. На горочке. Этот спустился, этот спустился, спустился тип. Меня щупает. Нихуя себе, по мне попали. Мишань. Он вот тут на горе. Тихо, тихо, на горе. Я видел, видел, тихо. Не в зоне просто, дядь. Я тоже. Че ты его не смотришь? Ну ладно. Давай, смотрим. Смотришь его, да? Сейчас пойдет. Хилюсь. У нас. Куда он делся? Блять, я не могу подняться. Я не могу подняться. У нас вот тут за этой хуйней. Хорош. Хилюсь полностью. Там двое на горе, двое на горе. Я видел. Я чуть не отсосал сейчас от них. Пока хилился. Сел похилиться, и такое тело на меня смотрит. Чё, дымим, нет?
блять, они в зоне. Одного забрал. Горите, суки. Вот он, вижу. Горите, суки. Горите, суки. Горите, суки. Я им там закидал нормально огня. Ебать, ему там накидал просто жесть, не отваливались там куски. Ух, GG. Это было хорошо, хорошо. Нормально, нормально, да. Сколько фрагов сделал? 5. Дэвид. Уф. Ауф. Красивая, красивая катка прям. Потненькая такая. Я думал, мы не зайдем, они так накидывать там дымы. Угу. Сауга там, да, стрелял. Слушай, так слушай, я там столько. Я им 5 огней раскидал. Как они там выжили? Ну он там, видишь, забегал, видать, бегал туда-сюда, как этот. Он в расщелину какую-то зашел. Угу, угу. Ну, типа того. Ну я там. Я 3 огня бросил. И 3 хаешки. И ты там. 5 моликов, сука, они не сгорели. Надо было подальше просто, наверное, кидать. Я, ну, на край кинула. Нормально, нормально. Видишь, послушал батю, пошел за тобой. Слышишь, так он в конце, этот, он мне вот вышел, короче, первее меня увидел, прикинь. Ну, он же темный, искал у меня. Ну. Я его не сразу увидел. И он меня начинает накидывать, ну, криво. Походу, он меня чуть-чуть цепанул, просто там, по касательной. Я ему просто все, блин, там, в каску, по шлему, по каске. Он такой, хоп, понял. Ушел. Вообще красиво получилось. Вот с теми ребятами не очень красиво. Я, короче, подхожу из-за бревен и смотрю, такое тело раз в окне появляется. Я его нокаю и раз во втором окне просто, тип, хоба, и меня забирает. Просто одновременно, блин. Так, сейчас, секундочку. Не хватает выдержки из коряки стрелять, ну, со снайпера. Как-то нужно просто прям прицелиться, чтобы остановился. Я сходу прям губ. Мне еще одно трансформерное средство нужно взорвать. Чайку, что ли, себе сделать? Что, полетели волосы назад?
Блин, согласись, приятно играть, когда читеров нет. Ну да. Прямо интерес есть. Ну читеры почему в складах, чтобы больше фрагов набивать? Угу. Понятно. Повисло. Я повисло, да. Ага, и время стекло. А, ну ты без меня. Сейчас. Я точнее без тебя. Без тебя, без тебя. А что за карта была? Рангель. О, вот пизду. Не жалко. Не отменить. Не, вот, говорю, что это... Херня была вчера, когда читакова было дофигища. Просто в каждой катке по 2-3 сквада, бля. Угу. Война читеров такая. Да если не больше там. Может остается человек уже. Зимочка любимая. А что ты говоришь, карту испортили типа в пабге? Потому что она изначально сейчас, секунду, другая была. Алло? 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 Алло, алло. Так что? Читаки это читаки. Я поговорил. Туда же, да? Я так походу со снайперки никого и не убил в этой катке. А, нет, убил. Да, ну того, конечно, МКшника я в жопу просто напихал ему помидора, блин. Я не успел понять, как он туда прошел. Я его видел там на скалах, а он уже оказался намного дальше, прикинь. И он уже у нас в упоре был потом под скалой. Угу. Два одиночки, два по два мы были. Я чудом не получил этот этих верхних типов хедшот. Я только его забираю, тоже вкалывать. С нами типы. Да, я вижу. Я в тот же. Самое на дальний домик. Двое с нами. Ой, блядь, только не дерево. А, спасибо. Оружие.
Так, кто там едет такой деловой? Нихуя себе, я на ЦПшках походу сейчас буду играть, да? А, типы в доме вот в этом. Второй этаж вижу, бегает. Понял, принял. Но у меня дробовик и... Дядь, у меня юмп и этот, блядь. Одного нокнул. Души. Сейчас хаешку туда кинь. Нет хаешек. Они лохи. Ползают там. Сейчас, погоди, погоди, хае даю. Блять. Чё, забрал их? Нет, мне накидали, чуть не выебали. Он прям над лестницей сидит. А где второй? Не знаю. Дохлый. 10 был. А когда ты успел второго? Не знаю. Наверное, откис. Я думаю, что он не со второго шота убился. А, он не поднялся. Да, да, да. Я тебя понял. Бля, я бы знал, что он один его пошел. А где он его не поднял? Где второй труп? Не знаю. Где семерки? Сколько тебе надо? Вот он, вот. На, тебе 30 семерок. Ага, спасибо от души. Вот так вот. Калаш надо. Я этот юмп хочу. Ой, юмп, блядь. Вектор хочу найти. Да ни хера себе, он меня так прорядил, я чуть не попутал вообще, блядь. Я ж такой, воу-воу. А получается, так я его не видел, он меня видел со второго этажа. Чуть все печально не вышло. Восемь и Уилмак. Круто. Калаш не видел? А? Калаш. Пока нет. Но я сейчас любой... О, вектор от души вообще. Вот вектор от души возьму. У нас вектор такая. Яка. Тебе топовый вилмак нужен? А, ну чё? Автомат? Ну да. Ну взял бы. У меня с собой, если что, да. Нашёл. Понял. Я МК топовую ты там не находил? Я с ней бегал. Она вот в этом... Скинул? Да, она вот в этом доме, на втором... Ну, на первом этаже. С той стороны. А там пятерок ты скидывал? Да, 30 штук и одна пачка за этой... За барной стойкой. Ой, тогда я здесь пятерок соберу. Тогда я сейчас здесь пятерок соберу. Где калаш-то?
60, по-моему. Так. Вот тут пятерки. Да, все, иди сюда. А. Ага, все. Вот пятерки. Вот X8. Угу. Там дальше вертикалка вон. Угу. Чочки не было. И вот М-ка топовая. Пойдем вот в этот кемп. А? Кемп вот этот. Вроде даже не лутано. Мне нужен пламегаз или компенс на эмочку. И пачочка. Ну такое. Не сильно важное, конечно, но... Калаш. Калаш X6. Ни одной хаешки нет. Еще пятерки в моем доме. Возьму. На балконе. Еще нет там калаша нигде? Хреново. Давай подлутаем вот эти вот. Да, я и хочу. Угу. Подлагиваем. Крыша. Ну, блядь! Ну как? Прямо над головой ему стрельнул, ему не прилетело, прикинь. И одного он снул в этой в доме. Я второй понял. Этаж. Надо поджигать. Снайперки не видно. Мой один сразу сгорел, а один нет. Вот здесь тип внизу. Двое типов. Ух ты, блять. Блять, еще. Килюсь. На горе. А этого надо забирать, слышишь? Да, он в доме там сидит. Ну так а чё ты ушел? А с чем я пушить его буду? Возьмем с этим. Подожди, поменяем, наверное. Ну, пошли. А, тут все. Ебать, тут трупов. Типа все. Калаш нашел, все. Все. А, их выебали. С горы. Блять, да ладно. Какие-то они нереальные.
кто там нереально? Я их не вижу, блядь. Куда они там, блядь, стреляют? Еще внизу есть здесь. Двое, двое. Бегут ко мне. Да ёб твою мать! Ну попади хоть раз, сука! Попал, наконец-то. Ты его добил. Еще попал. Че в голову? Да ты затрахал. Ну, еще один за камнем дальше. Danger ahead. Бежит, бежит, у меня тачка там. Направо уходит. Да ёб твою. Попал. Пойдем назад к тому кемпу нашему, куда мы приехали. Они целят вдвоем причем. Опани. Целят вдвоем? Целят, они там вдвоем целились меня только что. Блять, на нашем кемпе, где мы были, искали этот коллаж, где тачку брали. Нужно типов этих принять. А вот они у меня, блять. Ага, поджигаю. Понял, вижу. Захожу, захожу. Вижу, вижу, сейчас. Все, сгорели. Ну пизда, он сгорит сейчас. Сгорел, сгорел, сгорел. У нас еще типы сзади меня стреляли. Где я тебе говорил? Я слышал, слышал. Они с крыши, походу, стреляли там. Мы не в зоне. Сука, блядь, хотя бы раз попала эта шлюха, блядь. Заебала уже, блядь. Не могу попасть вообще с этого говна что-то сегодня. Блядь. Есть у них компенс на автомат? Был, я забрал. Ну, полный газ хотя бы. Минута 14. Надо бы в наш кемп пробраться, Миш. Пойдем вниз. Хорошая идея. Сколько киллов уже сделал? 6. 4? Ты охуел, что ли? У меня 0, блядь. Ты охуел? Пиздец, блядь. Сколько, блядь, бочину добиваешь. Второму попадаю, опять добиваешь. Так я им в голову бью. Пиздец, блядь. Ну, второму, по крайней мере, точно в голову дал. Первому, не знаю, не увидел. Вижу типа. Нокнул. Угу. Вижу, вижу. Попал. Пяточку. Должен откиснуть сейчас. Что-то какой-то Дмитрий. Откис. Крышу эту занять чётенькую. Она чуть-чуть не в зоне, да? А, она не в зоне вообще. Вот он, тип. За домом. Где? За домом, за твоим, на который ты прыгаешь. Понял, понял, понял.
На тачку сел. Ой, блядь, какой же ты говно. Её, блядь, носит пиздец. Без компенса. Забей. Типы где-то еще сзади стреляли. Того кемпа. Соска. А, у нас соска. Соска играет. 2-2-8, 5-4. Понимаешь? Слышишь, я говорю? Да, ага. Читачок. Вижу, 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 вижу. Миша, иди сюда за камень. Сука. В тело мне вижу, дал. Вижу, белом, белом. Вижу. Да, 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 да. Он хаешку прокидывает, что? Не, чекай, чекай. Блять, попал. Видел. Хилится. Бущусь. Камень неудобный. Я другой сейчас камень возьму. Давай, давай. Мне неудобно отсюда, он мне ногу видит еще. Вижу. Дают отхилиться, я хилюсь. В смысле? Он дотронулся до него, что ли? Охуеть, мне один килл только засчитало. Пиздец. Вот тварь я, босс. Компенсы коцанные второй. Компенсы возьму. У меня все за этот коцанное. Уилл маг топовый. Есть уилл маг топовый. А есть у них что-нибудь? ХЕшки или что? Нет, нихера. Нет, нихера. У меня только D3 дыма. У меня есть, пятерки, есть, да, два молика, есть два молика. Пойдем в зону, Миш. Он еще его коснулся, прикинь. Ну и моим взрывом их убил обоих. Тебе что, засчитало килл? Два. В смысле? Ну типа я одного типа поджег, он нокнулся. А, ты одного нокнул? Не, у меня же засчитал, мне один килл засчитал. Ты его нокнул, он его начал поднимать походу, и я их взорвал машины. То есть молика я два штуки туда кинул, и нет, еще... Нет, я в нее попал, а потом, получается, ты его... Мне пока... я, получается, ты не, его нок... не убил, он в третьей каске был. Мне показалось, что ты его нокнул. Или я его нокнул, второго, получается. Второго, да? Он поднял, и я нокнул второго, да? Да. Да, да. И да. Он, видать, его успел коснуться, и я взорвал машину в этот момент. Люди где-то сейчас рядом заебал, едут. Блин. Тачку чувакам заруинили. Я вижу, где-то чуваки в синеньких домиках. Нас к нам едут, дядя. Ага, ага. Готов принимать. Тихо, я на позиции. Куда они? Тормозят, все, вылезли. Я понял.
Лайерган запустили. Будем их подпушить. Он вот сюда, на камнях один. Я понял, где они. Вот он, тихо. Блять. Я под них да, открыт. Че, идем его забирать или что? Забираем его? Ну, надо их забрать, он один, что ли? Ну, вроде как. Он сейчас дроп будет чекать. Мы же знаем, где он. Видишь его? Да, я вижу. Да. Где-то вот там остановился. Нокнул его. На горе выебал? Да, нокнул его. К нему бежит. Вижу. Видел. Где он? Хилюсь. Не горит? Он не горит? Не, он за этим. Он за камнем. Мой слева. Сгорел один. Один сгорел мой. Он за камнем слева чекает меня. Ай, блядь, пидорас, блядь. Говорю, слева за камнем, блядь. Да я ебу. Ага. Бежит. Бежит по дереву уже. Блядь, его процедил жестко. Я отползаю. Еще есть дым накинуть? Да. Накинь, отползу к тебе. Не иди сюда. Ух ты, блядь. Я мне в голову дал чел. Не знаю. В грудь, походу. Ну все, мне пизда, короче. Он сейчас. Ай, ты, блядь, пидорас. Все, блядь, не пизда. Он молик прокинул, сука, он увидел, куда я ползу. Сука, блядь. Торопишься, блядь, за своим килом, блядь, конченым странным, блядь. Я-то тут при чем, блядь? Где этот хер? Я его нокнул, мы пошли. Я не думал, что он, блядь, тебе сразу даст хэт. Ну, каску в третьем я дал, но я не отхиленный был. Мне тоже в третью каску дали. Его кунг-фу оказалось сильнее. Чем твою, ну. Я Алик взял, да, я понял. Тут люди, что ли? Угу. Всю катку без стоящего посмотрим, пиздец. В камнях. А вижу его. Угу. Ой, хорош. Прыжочки, блин. Допрыгался, блин. В головешечку, да? Угу. Ух ты, блядь! Нихуя мне подлетел! Вот тебе этот и сидит. Ты смотри, крыса, с крыса-то какая, смотри. Угу. Просто сыт сидит. Глобанное очко. Ты сам виноват, должен был все дома проверить, а потом, короче, хватится. К
крысюм, блядь. Ты же видишь, ты еще спросил, тут типа есть? Так я думал, они... Блядь, да я понял. Ну, блядь, там же стреляли, а эта сука сидела тут, нахуй, всю дорогу крысила. Ёбана, 10 фрагов, сука. И от какой-то крысы, блядь, откис. Не по фрагу счастье. Да еще, блядь, так быстро слушать, что он меня сбрил, нахуй. Да как я убежал уже, я уже вниз побежал. А сейчас он пизда, он лох. Ну, один килл сделал, да? Нет, сука. Да ты смотри, он, блядь, как ходит, это дура, это чмошная. Это просто сколько вообще... Сколько киллов у него? Ну, у меня показывает, что 10. У меня один, понятно. Вон тип стоит, видишь, за деревом? Да ладно. И никто... Ой, блядь. Тоже Вася. Овощ. Ну, бежит же. Ну, бежит же, швопани. Ну, блядь, бежит же. Блядь. Сейчас патронов не хватит. Прикинь. А, он топ взял, прикинь. Сколько так у нее киллов? Крысюк не знаю, сколько у нее. Такая крыса просто. Угу. А мог взять ты? Но. Ну, кстати говоря, хорошо с СКС-кой, СЛР-кой. Видишь, под конец перебегают. Типа, если бы с ваншотки были двое. Блядь, ну у меня что-то, сука, пиздец, ваншотки, блядь. Сколько стрелял в этой карте, ни разу никого не... А, нокнул этого петуха. Чувак, он, получится, мне попал, я в неё попал. Давай, ласткатку. Давай. Сука, что за хуйня, мне как заебал уже этот контакт. Вы знакомы, блядь, с кем-то, с этим-то, блядь? Не пропустите, интересная новость. Да пошли вы нахуй, блядь. Там, ну, просил, блядь, ВКонтакте это новости вообще интересные постоянно. Интересно. Там уже мертвое давно. Интересная, сука, новость. Пока ну, старт нажми, блин. Ты старт нажмешь?
Ну, мне с этого стрима можно хайлайтов нарезать. Так что... Да, хуже читеров. Не, не хуже читеров. Читеры и крысы, вот это вообще. Слышь? Mm-hmm. Я говорю, читеры и крысы, это вообще просто топ. Топ лохов. Ну и все, он всякие. Он один остался. Ему только крысить было. Не, ну это крыса. Даже по крыше эта крыса ходила. Просто вот на картонах. Он всю игру на корточках ходил по земле. Он в эту хату как залетел, наверное, и все, и... Не, в одной хате залутался, потом приехал в центр зоны, и все, и сидел там до талого. Не знаю, не знаю. Красивый геймплей, блин. Короче, с эмоциями делился всякими. Я говорю, тип стоял, эмоциями со мной делился со всякими. А ты чё? Я ему показал. Чё, куда? Белый кот, который гуляет сам по себе. Или туда же? Давай туда же. Там интересно, он такое место было. Вот что-то пролагнуло. Ой, с нами. Раз, два. Вижу двоих, троих. Ну, четверо или шестеро, скорее всего. Супер. Вот в этом доме большом. Нет, ты заебал уже, мне отвечаю. Еще один там же.
Два шота ему. Ну-ка еще. Видел, видел. Ломай дверь. Два шота. Прикроешь, смотришь, я подойду. Смотри, смотри, я подойду. Мой сгорел, один сгорел. Второй не знаю. Я погоди, тоже иду. Ни брони, ни каски только нет. Взял броник. Двое валяются трупа. Пиздец. Пятерки скинул. Ты с чем будешь играть? М24. М24 тогда на. Калаша нету? Че, у меня их 6 есть. Блять, один фракт, а. Потому что он до него дотронулся, дядя. Живо ног, но он нужно его поднимать. Жадный, жадный, пиздец. Щечка. Угу, возьму. Гушак ДМР, сэр. Еще один. Калаш выйдет погулять, нет? Так это с берилом не особо комфортно. Пятерки есть. X3. Я пока на вектор. Я пока на векторе. Жопа нужна на вектор. Не видел. А, М-ку нашел, все, Виктор, до свидания. Ну, короче, в этом доме там побегай. Че? А, бинтов до хера. А бумаги есть там, были? А. М? Не. Ну, пошел ты. Пошел ты. А чучки тут? Тоже с глушаком, да? Я, да. Он с калашом попробует поиграть. Ой, да мне, блядь. Да лучше. Я лишь на семерках буду. Я тоже на семерках. Калаш увидишь, короче, маякнешь. Угу. X2 надо. Что, пойдем в верхний кемп? Бомжатская сковородка. третий жилет. Возьму. Такой подсосяло, конечно. Я типу даю два шота, и ты ему, блядь, нокаешь с третьего, блядь. С третьего я ему тоже накидал. Калаш погулять выйдет, нет? Игра тут моликов. А вот жопа на эмку. Нахуя у меня калаш уже? Ты чем слушаешь вообще? Пять.
Так это хорошо. Вот их вообще куча. Че, куда пойдем? Куда пойдем? Давай только не на виллу. А вот тут тачка давай. Проезжала, слышу, вот сюда вот. Там тут колесила. А вон тип бежит. Тип бежит прямо с Е. Это хорошо зашло, да? Как тебе? Батагор. Батагора убил. Тачка. Дал одного. О! За дерево нокнул? Нет. За камнем вот здесь. Понял. Дерево смотрю. Хорош. Мне башку снял, пидорас. А у них третья голова. Да, я по плечу ему надавал. Угу. Ну ничего так. Уже второй фраг хороший такой. МК топовый у него. Блин. Еще тачка. Дорога, готовься принимать. Готов? Не, они мимо. А нет, у нас в кемпе. Промазал. А куда он ушел? Блять. И все. И что делать? Ух ты, сзади, блять. Мишаня, сзади, вот. За камнем двое. Я без башки, дядь. Это ГГ. Кинь дым на меня. Он ко мне. Он стоит, вообще тупит. Там же двое, если что. Это вообще какие-то олени. Дым на меня кинь. Подожди, он хаес стреляет. И сзади еще хуя. Второго забрал? Да. Ух. Блять, нихуя ты просто вывез сейчас. Я касочку успел подобрать. Пились. Та же хуйня. У меня бронь капец убитая. Что там стрелял, конечно. Этого коряка М24. А, все, вижу. Нет? У этого. Вижу. Вижу. Попал ему. Видел? Зря зашел, вот, блять, прям за меня. Зачем ты это сделал?
загорится. Да, горит, горит. Хорош. Сгорел один. Еще? Одного забрал. Ну, этого, нокнутого. А где второй хз? Вот это крыса, пиздец. Сидел тут, блядь, пиздец. Ой, конченый, блядь. Там есть увел маги? А, надо полутать тех типов. Да-да-да. Слушай, у меня сейчас такой зажим охеренный был на этот. Мне неудобно с калаша стройки стрелять. Надо срочно менять на точку. Точка. Точка. Ну, тройку ставить. Надо гранаты, блядь, хера-то всякое. Ну, блядь, убил магов нет ни у кого, блядь. Ну, серьезно, блядь, что это? Это прикол какой-то или что? Нет ни одного убил мага на автомат, блядь, ни у кого. Это что за прикол, объясните мне. Не знаю. Ты у меня дымы не брал? Ага, вот они. Во, вот он. Че ж ты молчишь? А я не видел. Берил. Видишь, а давай с берилом поиграем. У этого М24 и кар, прикинь, ну типа. Все, нахуй, только 3x. Игра, вот посмотрел бы ты сейчас, какой зажим с берила был. Просто шикарный, божественный, я бы даже сказал. Так, красная зона, пойдем в хаты. Угу, идем. Бля, жестко было сейчас, конечно. Это вообще был замес. Просто было жестко. Ну, хорошо, что эти, ну, криворукие, блин. Да, 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 они там настреливали по мне, не могли попасть, я мансовал. Они там вообще ни хера не понимали. Я успел дым кинуть, да, они ни ухуя не успели, да. Ты в домике? А, ты вообще не в зоне. My name Assassin, читак, походу. Слышишь? Угу. Вижу. Как она? Тебе? Сам ты не в зоне, короче. Да-да-да. Калаш. Ладно, с берилом покатаю, хрен с ним. С берилом играешь? Да. А тут калаши вот есть, смотри. Компенсатор надо на... Или... Не есть. Все, возьмем эту пиздюлечку. Громкую. Не знаю, зачем. Или пешком. Или пешочком. Пешочком. Только нам надо определиться, куда нам идти. Город частично в зоне. Тачку забрал эту зеленую на дороге. Нам надо пригодиться сейчас по любасу.
Ну да, я подгоню. Ты что, мистер Гора? Ага, я пока да. 14 живых, а такая зона большая. По-любому этот мистер Ассасин или кто он там? Абсасин. Абсасин Крид. Да, конечно, жопа была такая, ага. А, у нас тут, кстати, рядышком совсем. Может, сюда куда поедем? Фонтаном. Можно вот сюда? Или сюда? Ну, можно вообще вот сюда? Давай, давай. Возле моста вообще супер. Да, там верх такой. Там на горочке как раз. Там на крышах сидеть могут. Да, я про то же думаю. О, тачка поехала, видишь? Угу. Будешь зажимать? Да можно, что нет. Подожди, подожди. Остановилась. Ты, блядь! Патроны кончились, тихо. Как ты заебал меня под перед мордой, сука, бегать? А ты откуда, блядь? Можно спросить? Ползи. Куда ползти? Я под тобой. А вот он ты, ёбана. Ползи ко мне, блядь. Чувак, я совсем по-другому вижу картинку, я под тобой. Да ты не ум... Ты не подо мной. Понимаю. Где мой труп сейчас лежит? Вот он. А, это у меня пакеты лост потерянные. Охуеть. Я из-за этого проебал. Я за камень прибежал, встал, ты меня перед лицом бегаешь, блядь. Не-не-не, ты не за камнем был. Я за камнем, короче, хотел похилиться, и у меня он через камень нокает. Ты чего, блядь? Очень странно. Почему я с берила стреляла нормально? Еще под очередь мою берильную выпрыгнул, тоже, блин, красавчик. Не чтобы сразу развернуться и начать хуящить мне. А, ты... перезаряжался, я понял. Перезаряжался. Он что, видит меня, блядь, или что? Нет, он знает, что там. Ну какой-то хух, это какая-то хуйня, блин. У меня пакет лост просаживается. Сколько у него их? Сколько у него там огней, блядь? Ну он со своего друга берет. Угу. Ой, хорошо прям. Все, тачку заруинил. Он заруинил тебе. И моя очередь, нахуй. На, нахуй. Ой, хорошо сейчас. Давай, давай, взрывай тачку, давай. Тачка взорвана. А, взорвана, да? Я что-то не почернело.
пиздец, сейчас меня, конечно, пакеты подвели пиздец жестко. А не понимаю, что ты меня не поднимаешь, как будто ты долго говоришь, ползи ко мне. Я просто в ахуе был. Ты сука. Ты зря ушел, надо было открывать уже там. Ты сейчас бутили теперь кажется, ты типа сзади, с горы. Он my name is assassin. Тебя сейчас в спину бьют теперь эти my name assassin. Сами Савика. Сразу голову на нахуй. Шлем не спасет. Можно под камень, конечно, туда тебе зайти. Под скалу. Угу. Дым прокидывал. Он сейчас побежит дальше, он дым прокидывает. Лучше его с очереди зажимать, он сейчас побежит быстро. О май гадабл! Ты чё думал, я... Ты чё думал, я, блядь, лох, поведусь? Кем хотел перебежать, чел? Угу. Дроп не в зоне добыт. Опасно бежишь, конечно. Похер. Опа, промазал. Где-то на камешке, походу, справа, да? Сколько у него патриков на ЛМ? Этого мы не знаем. Хочешь проверить? Минус один еще. Радуйся, ты уже два патрика потратил, Савика. Мне кажется, он за камешком этим, нет? Или за заборчиком? Да он где-то в кемпе, но сидит. Бля, я не в зоне, сука. Как-то по левой крутить. А он побежал, он, видишь, в белом. Да-да-да, на ешке побежал, да. Туда к камню. На СК на 120. В белом асхалате. Видел, да? А, вижу, вот, вижу. Ага. А может у него патриков на авик да хуина. А почему по нему никто не стреляет, ёбану? 4 человека. Он с другом, наверное, еще один. Гасится где-то от страха, обоссался. Сука. Ай-яй-яй. Опасно было. Угу. Блять. На нахуй промазал. Сука, броню сбил.
Он один, что ли? Не понимаю. Где его тебя? Не знаю. Еще два осталось. Может, еще дуо, короче, играет отдельно. О, где-то пойдет. О, это хорошо. Ага. Тоже маскалаб белый. За деревом видел? Возле дома. Угу. Эй! Все в белом, заебали. Да-да-да, у тебя за деревом здесь слева был. Вон, вон. Вижу, слева, вижу, да, вижу, слева. Вижу, 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 вижу. Ах ты, сука! Блять. О, мой дотек. Смотри, как он стреляет, это 89. Чё у него отдачи нет? Чё, он своего добил или чё, я не понял? Или кого-то убил? Потому что мне два фрага засчиталось. Он крысил тут, прикинь? Всё это время. А нет. Mm-hmm. Нет, это его напарник. Лошара. Ладно. Кто убил? Это нет, это ассасин. Это ассасин, да. Пиздец. Ну ты мог, конечно, его, ибо там были моменты интересные. Сколько фрагов сделал? 7. Не 4. Интересная катка все равно такая. Насыщенная. Блять, если бы у меня это говно не подлагало, я вообще нихера не понял. Ладно. Ты, блядь, под камнем, блядь, ты не поднимаешь, блядь, ты говоришь, ползи. Хоть, блядь, вообще, что происходит, блядь? Да, давай, спасибо за это. Давай, GG, давай, пока.